И это, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, я опять вернулся. Это, конечно же, очередной выпуск мод-обзора. Сегодня, дорогие мои друзья, у нас будет модификация для Дума по названию Pimp Guns. Это Weapon Gun, точнее Weapon VAT обычный. В нем, так, 7 слотов обычный, то есть 8, 9, нулевой, у нас не занятый. Это хреново. Но скажу сразу же, почему это мод на самом деле такой. Зацените, вот враги. Это реальные персонажи из Дума. Зацените. Это мы, на самом-то деле, по сути. Первый, который у нас есть, на самом деле, является даже дальнего действия. Зацените. Зацените. Это оружие может реально взять и убить врага путным способом. Это не является чем-то по типу, как бензопилой. Это вообще другая вещь. Зацените, эта штука реально может что-нибудь там нарезать, например, или что-то такого. Погнали дальше. На единичке у нас также есть кулак. Слабый кулак. Такой, как в Думе обычно. Оцените. Двойка. Револьвер, который стреляет слабо. Очень даже слабо. Это магнум, но силы магнума в нем вообще нет. Тройка. Супер шутган у нас вот такая вот штука. Это не очень на самом-то деле, но посмотрите на обычный дробовик. О, неужели это очередная пародия на дробовик из Shadow Warrior? Ну, мы такое видели уже раз, не знаю, там, 30-40. Но не меньше. 100%. Хотя бы в половине, наверняка, Weapon-Vada у нас точно было именно это оружие. Так. Четверки у нас автомат. Был неплохой на самом-то деле. Хотя он, скорее всего, у нас реально заменяет обычный, наш обычный пулемет. А вот зато Magnum Crab Clips, видите, там писал Magnum Crab. Магнумовые дерьмовые клипы. Дерьмовые магазины для магнума. Да, почему-то постоянно все говорят «Here is my boomstick». Fuck. Почему я не обозрел этот мод во время того, как я реально говорил это в одном из выпусков мод-обзора? Хреново. Серьезно. Серьезно, не говорят «Here is my boomstick». Это круто. Пятерка. За время умирать. Это очень даже скоростная базука у нас на пятерке. Это очень даже неплохо. А вот на шестерке... Это ультраплазмоган. По-другому это назвать не смогу. А на семерке самое последнее у нас оружие. Это вот это. Все, это все, что может вот это вот оружие. Давайте уже не будем томиться. Блин, не туда. Мап 20. Айди да кида. Его. Посмотрим, насколько же на самом деле это массивное оружие. О, реально изменен. А ну как у нас враги, кибердемон? Как кибердемон. Мастермайнд, как мастермайнд. Кидуру. Проверяем семерку. Сильно ли это оружие? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Что, серьезно работает как. Я не верю. Не верю. Не. Быть такого не может. Не может быть сила из БФГ вот этой вот штуки. Это же оружие, не знаю там. Это не же не есть вот оружием одного из. Фак! Ну реально, что же за мастермайнда? То есть, смотрите, в этой руке сила БФГ. И даже посильнее наверняка. Один. Два. Нет, блин. Два. Три. Четыре. Fucking cunt. Пять. Шесть. Семь. Семь выстрелов хватит. А теперь проверим базуку. Базуки считать не буду, потому что она реально слишком быстрая для того, чтобы... Блин. Чтобы мне хотя бы что-то считать. You fucking cunt. Никогда вот так. Я погнал. Так, начнем мы с тебя, конечно же, мастермайнд. А, сил у нас уже здесь поменьше. Да, у нас здесь на самом-то деле сил-то поменьше. А плазмоган.
на самом деле такой же, как и обычный, так же. Зато мы теперь знаем, что у нас есть реально очень годное и жесткое оружие. Стоп, я не понял, то что у нас все пушки используют. Прикиньте, у нас вот, вот это вот оружие, которое у нас вместо БФГ, оно имеет использование обычных клипов для магнума. А еще у нас здесь до хрена патронов. Вообще, их можно потратить? Ну, да, еще попробую просто. Хотя нет. Больше идет? Да, так вроде больше идет. Ну, я попробую потратить хотя бы что-то. Короче, ребята, потратить у вас ни хрена не получится, на это идет слишком даже до хрена времени. Так что считайте, у вас бесконечный боезапас. Ну, с вами был Вован, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.